человека. Как твоя тренировка по большому теннису? Нормально. Рапунцель тебе помогала? Да. Класс. А что ты читаешь? Я итальянский учу. Класс. Обожаю итальянский язык. Тоже хочешь? Вот твои карточки как раз тебе приготовила. Давай, раскрывай, вместе получишь. Помнишь, мы как еще лето учили итальянский язык? Помню. У нас даже была веселая песенка на итальянском. Помнишь, как она начиналась? Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Помнишь ее? Apple. Apple. А на итальянском ламелла. Яблоко. Apple. Ламелла. О, собака. Помнишь, как собака? Помню, дом. На английском и итальянском «Il cane». Он бы сейчас оказался в Италии. В Италии? Точно. Италия – это любовь. Я обожаю эту страну. Такое ощущение, как будто Италия – это душа. А давай для начала вспомним фразы, которые мы учили на итальянском языке. Давай? Давай. Для вас, Карла. А здесь Минни и Микки. Твинкс. Мой любимый английский чай. Ну что? Здесь уже такая маленькая терраса, милая. Смотри. Сколько волшебных разных чудес. Мы как будто в какой-то сказке. Смотри, как красиво. Икони здесь. Здорово здесь! Какой светильник огромный! О, он еще шатается, Николь! Смотри, какой классный деревянный потолок! Пойдем отведаем вкусняшки, которые нам приготовили. Пойдем, малыш? О, смотри, даже для Рапунцель здесь место нашлось. Тебе здесь уютно, малышка? Так она еще не проснулась после телепортации. Что, Николь, побежали угощаться вкусняшками, которые нам приготовили? Да. Слушай, ну переодеться во что-нибудь.
собиралась идти на тренировку. О, слушай, раз здесь все наши игрушки, значит и одежда есть. Пойдем поищем. Смотри, и Микки здесь. Снеговик. И угощения были просто потрясающие. А давай посмотрим, что здесь еще рядышком есть. Так, какие достопримечательности. Смотри, мы находимся в Паньяно-Ларио на озере Кома. И что тут рядышком есть? Умный кот. Ты знаешь, что здесь напротив живет Джордж Клуни. Пойдем посмотрим. По карте его дом находится прямо против нашего. Ты представляешь? Пойдем посмотрим. Сейчас я дам тебе что-нибудь теплое одеть. Где там Джордж Клуни? Вон там. Напротив, Николь. Николь, напротив нашего дома живет сам Джордж Клуни. Ребята, теперь дом для Николь находится напротив виллы Клуни. Просто нереально! Вот куда нас телепортировала книга итальянского языка. Фантастика! Джордж, привет! Теперь напротив твоей виллы живет сама Николь. Интересно, ему так же приятно, как и нам. Как думаешь? А? Джордж Клуни, если бы ты знал, кто живет напротив тебя. Вот так вот, друзья. Теперь дом для Николь находится напротив виллы Клуни. Пойдем посмотрим, что тут еще интересно. Какие здесь классные потолки и светильники. Вау, Николь, смотри, какая классная картина. Смотри. Смотри, какая классная машина. Классная. О, а здесь еще какая-то лампа старинная. Смотри. Может, здесь джин живет? Или это лампа Аладдина, ее можно потереть и исполнить желание. Раз мы сюда попали таким таинственным образом, значит, этот дом тоже может быть волшебным. Как думаешь? Корзина прикольная. Что здесь еще есть? Николь, смотри, какие здесь классные. Сыграем? Обязательно сыграем все вместе. Что? Шахматы. Дальше. Карты. Космическая игра с фишками. Здесь очень много игр для всей семьи. Здесь как волшебник, котенок, петушок. Да, смотри. Здесь очень много всего интересного. А вот это игра «Змейки и лестницы», да, папа? Да. Игра «Змейки и лестницы». А с другой стороны вот такой доминошка. Классно. Что здесь еще? Это настоящее сокровище. Смотри. Сколько всего интересного. И кубики. Смотри, они блестят. Смотрите, как здесь кубики блестят. Давай, смотри, весь дом. Сядь, мы играем в игры. Я обожаю такие вещи.
зайку. Смотри, самолет какой классный. Кто-то, видно, сделал своими руками. Смотри. Папа, из чего этот самолет сделан? Ну, здесь из автомобильной свечи, меди и еще какой-то материал. Представляешь, Николь, это просто всего лишь была автомобильная свеча. И кто-то сделал такой вот невероятный самолет. Он потрясающий, он реально классный. Смотри, здесь все из дерева, здесь даже пахнет деревом. Какой потолок, Николь. О, что за милая картина. Смотри, Николь, это акварель. Смотри. Как ты рисовала дома картину акварелью на акварельной бумаге. Какое здесь окно, Николь, смотри. Николь, и там вид на озеро Кома. Интересно, а можно ли посидеть на крыше и посмотреть на звезды? Какой классный вид отсюда. Николь, представляешь, мы будем просыпаться и видеть звезды. А если пойдет снег? Он посыпется прямо на нас и завалит нас. Какой классный вид из этого окошка. Николь, смотри, там на макушке снег. На Альп лежит снежок. Здорово. Какой классный вид из этого окошка. И вон дымоход выходит в небо. Николь, смотри. Интересно, как Дед Мороз туда залезет, Санта-Клаус, если здесь остаться в новогоднюю ночь? Как он будет туда пролазить? Нам нужен суперстройный Дед Мороз, суперстройный Санта. А какой вид прекрасный, заснеженная вершина Альп. И сразу же озеро. И много-много-много домов с удивительными красными крышами. А там еще кораблики плывут, Николь. Николь, смотри, а вон кораблик плывет. Николь, смотри, как классно горы отражаются в нашем окне. Очень красиво. Телепортировались. Точно. Классно. Мы проснемся утром и сразу видим солнышко, небо и вершины Альп. А если мы проснемся среди ночи? Там мы увидим много звезд. Да. Созвездия будут летать над нами. Как в песне из Маши, да? Как мы эту песенку? Созвездия над нами таинственно мерцают, таинственно мерцают. И вдруг в эфире слышен предстартовый отчет. И кто сказал, что дети сегодня не мечтают отправиться в далекий Космический полет. О, будем другие миры открывать, станем сильнее и храбрее, чтоб яркую звездочку с неба достать, подарок для наших друзей.